Витя, я обращаюсь к тебе, я батька твой. Витя, пройди до дому, меня бояться не надо. Может быть, ты испугался, что тебя ищет милиция? Приди до дома, все уладится, все нормально будет. Дай всем спокойно вернуться до дома, операм, работникам милиции. Потому что у них тоже есть дети, жена. Чтобы они пришли спокойно до дома, ну они сутками работают, ищут тебя. И чтобы учителя спокойно могли работать и быть дома.